отель. Вот как-то так. Вот так бы устроены бытовые условия. Вот эти вот три двери, это туалет и два душа. Сверху бак с водой, солнечная батарея. А здесь еще печка. То есть, если ее затопить, вода нагревается через пар. Ну, либо к вечеру вода будет теплая от солнца. Вот такой завтрак накрывают в гестхаусе в Памирском кишлаке. Конфетки, печеньки, масло. Сразу вкладываем. Мы на рынке в Горном кишлаке, на Памире. И вот какие здесь лавки. Мясная, это вот молочная, здесь ну, так называемые молочные продукты продаются. Курут. Вот так выглядит традиционный памирский дом. Он построен на пяти несущих колоннах. Затем здесь перекрытие. И вверху вот такое вот в крыше окно для вентиляции и света. Китайскую границу. Спуститься надо как-то теперь. Вот такая история. Куляб, перевал 4350. Это вот погранзастава. И вот горы, это уже Афганистан. Туалет с видом на Афганистан. Приехали в Аханскую долину и снова на той стороне Афганистан, на этой стороне Таджикистан, а мы едем в сторону Янгар. Бензин. Заправка на Памире. Так вот и делается. Вот просто едешь по трассе. А здесь дискотека. Тупо на трассе. Восточные вкусности. Это узбекский урюк, таджикский, это курага. Приправ. Деловар. Попросить, чтобы готовили смесь сделали. Нет. Дьюти фри в Душанбе. Привет. Привет из 90-х. Мы увидели просто такую водку, которая, я не знаю, в России уже нет, наверное, лет 20. Но при этом водка, судя по всему, паленая, потому что, насколько я помню из рекламы, Распутин должен был подмигивать, а здесь он не подмигивает.